На космодроме «Восточный» все готово к первому запуску. Завтра рано утром в 5:01 должна стартовать ракета-носитель «Союз-21А». Ей предстоит вывести на орбиту сразу 3 спутника. «Союз» вывезли на стартовую площадку и установили идеально вертикально в минувшую субботу. Все последние дни и уже часы специалисты продолжают тестировать систему. Власти Благовещенска установили в центре города большой экран, на котором завтра будет идти трансляция всего происходящего. К завтрашнему запуску огромное внимание. «Восточный» станет первым национальным космодромом гражданского назначения, обеспечит независимый доступ России в космос. Ответственный день это и для строителей «Восточного». Позади почти 4 года работы, и для большинства среда будет выходной. Они смогут наблюдать за стартом прямо с космодрома. Бессонное утро будет и у президента. Как сообщил пресс-секретарь главы государства, Владимир Путин намерен следить за стартом.